Я слышал в келье простой, старик молитвою чудесной молился так передо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами. Да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земле. Насущный хлеб нам не спошли, Твоею щедрою рукой. И как прощаем мы людей, так нас ничтожных пред Тобой прости. Отец Твоих детей, не вергни в искушение и от лукавого прельщения. Избави нас. Перед крестом так он молился, свет лампады чуть-чуть мерцал издалека, и сердце чаяло отрады от той молитвы старика.